Сегодня я нахожусь в Сакраменто на 75-м съезде братства в Калифорнии. Это очень приятное, захватывающее событие. Сегодня уже пятница. Вчера и сегодня были большие, особенно вечером, собрания, богослужения. Но к своей печали я обратил внимание, что так немного молодежи. И вот сегодня, разговаривая с братьями и говоря о предстоящем большом служении, пост и молитва, 12-12-12, я обращаюсь ко всем христианам, у кого тревожно на сердце за наших детей и молодежь. Давайте мы вместе воззовем к Богу в посте и молитве просить, чтобы наши дети и внуки, они зашли в дом молитвы, наполнили во всех штатах Америки и почувствовали настоящую духовную жизнь. Потому что это наша смена, это будущее здесь на земле, да и в вечности. Поэтому обращаюсь с большой надеждой, чтобы этот день был особенный, благословенный во всех церквах нашей Северной Америки. Благодарю.